Шоу талантов на избирательных участках Челябинской области. Южноуральцы зажигают прямо на уиках. Где-то выступили народные оркестры, где-то устроили челябинский шоу «Голос». Вместо лишних слов оцените артистов сами. На некоторых избирательных участках словно проводили конкурсы на лучший костюм. Некоторые южноуральцы решили удивить комиссию уиков и сделать яркие селфи. Одна из челябинок, например, пришла в образе пчелы. Побывали на участках и ростовые куклы медведей, котов и зайцев.